Всем привет! Вот и настало время последнего видео наших сборов перед переездом. В этом видео вы увидите уже, как собирались последние вещи, как мы переехали. Первые какие-то кадры уже в новом доме, первых дней после переезда. И после этого уже пойдут видео конкретно рум-туров готовых комнат, где я расскажу подробно о каждой мебели, о каждой мелочи. Все в подробностях. Ну а пока переезд, последнее видео. Приятного просмотра. Поехали! Короче, вот тут вот, смотрите, мебель. Купили микроволновку. Ну вот, панель газовую, вытяжку. Мойка уже была. Вот, уже стулья барные поставили, пока не без подушек. Диван пока отсутствует. И вот тут вот столик уже поставили со стульчиком. Да, ну там просто вещи еще мешают, очень много, смотрите, вещей. И телевизор уже есть. Дальше идем. Тот случай, когда бардак оправдан. Вот что происходит при переезде в первые дни. Уже в первые дни сбора вещей. Ну, конечно, если у вас еще и маленькие дети. То есть тут как бы основной бардак все-таки сделали дети. Не знаю, насколько вдохновляет вас подобное видео, но для меня это все равно бардак радости. Когда ты хочешь переезжать, то это вот у меня посуда вся в газетах. Вот так вот. Доброй ночи, дорогие мои. Обратите внимание на вот такие вот коробки тканевые из IKEA. Они очень практичные. Они вообще не пачкаются, как оказалось, потому что уже 4 года они у меня лежали там. Вещи здесь были сложены долгое время и вообще, то есть постоянно перекладывали что-то. И до сих пор вот как новенькая коробочка. Все-таки я поняла, что я не люблю шторы. Вот я просто убрала шторы, да, ну тут тюль вот в этой части убрала, все раздвинула, открыла окна. И как классно, как красиво, как много света.
у нас третий день, можно сказать, даже второй, потому что позавчера поздно вечером переехали. В принципе, хоть как-то что-то освободилось, правда, не знаю, вы заметите или нет, но намного меньше всего. Особенно вот в коридоре, видите, уже все приобретает более и более приличный вид. Сегодня я вам хочу еще показать цветочки, которые мне подарил муж. На день рождения, да, сегодня у меня день рождения, и у нас еще шарики. То есть вещей у нас было мало, теперь еще и шарики добавились. Ну, конечно, несомненно, это очень приятно. Так вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы увидеть уже рум-туры, чтобы увидеть видео разной тематики. Пока-пока!